Здравствуйте! Сегодня наша рубрика посвящена человеку, который не привык останавливаться на достигнутом ни в семье, ни в увлечениях. Мать 4 детей, бабушка 7 внуков и обладательница более 300 кукол. Мы идем в гости к Северодвинке Наталье Королевой. В квартире Натальи Королевой увлечению выделена целая комната. В коллекции женщины более 300 кукол в национальных костюмах европейских, азиатских и американских стран. Есть и русские любимицы. А вот это вот? Это русская. А это наша Даша, русская. Даша. Русская Дашенька. Да. Вот такая вот смотрешка сзади. Кукломания Натальи Королевой началась более 40 лет назад. Первыми появились жители разных национальностей в Советском Союзе. А сейчас в коллекции есть и герои диснеевских мультфильмов. Покахонтас, Золушка, Белоснежка, Русалочка. Есть даже королева Англии, Елизавета. Но особенно дороги сердцу Натальи персонажи саги «Властелин колец», фильмов «Унесенные ветром» и «Моя прекрасная леди». Ну, я вот очень люблю Лизу. Вот самая, наверное, такая моя любимая кукла. Вот. Но это вот, ну, она не сильно у нас составляется, но мне очень нравится свое путешествие по Индии. Я видела индийских женщин, красивых вообще, замечательно. Восторгаюсь индийскими мужчинами, которые одевают так своих женщин. Потому что, ну, честно сказать, русские мужчины никогда не обращают внимания насильно на одежду. Может быть, и индийские не обращают внимания, но они позволяют своим женщинам так замечательно выглядеть. Вот, и поэтому мне тоже очень нравятся индийские куклы. Наталья много путешествует. Италия, Германия, Турция, Индия. Из каждой поездки домой привозят минимум 4 куклы. На покупки не скупится. Ну, есть вот тут пары кукол, которые стоят по $150. Я даже никогда не приценивалась уже, потому что вот я хочу это и хочу. У каждого свои интересы, у каждого свои хобби. Ну, вот нравится. Да. В детстве, наверное, не играла игрушками, так не было. Не было возможности. Да. А сейчас появилась. А сами дарили супруге какую-нибудь куклу? Куклу? Да, четыре куклы подарил. Две девочки, три девочки, да мальчик. Конечно, Валентин Викторович имел в виду собственных детей. Их в семье Королевых 4, а внуков 7. Подрастающему поколению в будущем и выпадет честь стать обладателями богатой коллекции кукол своей увлеченной бабушки.